Здравствуйте, перед вами будет выступать, как всегда, Воронцов Александр Викторович, город Черенково, Иркутская область, с песней про умеренную мою веселую жизнь в городе Черемхово. Умеренно, размеренно, тихонько протекает жизнь моя, которая доволен я нормально. Судьбой своей паршивою собачью, которая, да ладно, не понтуюсь я, она моя веселая, веселая, развеселая, по-черемховски славная. Есть минусы и плюсики, я счастлив основательно, я счастлив обязательно. А как же, чё ли плакаться, платочек носовой какой, и накось, выкось, накоси. Вот так, короче, оба-на, и не иначе, как-нибудь. Да пофиг мне, все по боку, что гребаная данная, у всех она, которая сейчас кому-то нравится. Кто чувствует себя, как я, под действием бухалова. Веселая, развеселая, по-черемховски славная. Есть минусы и плюсики, я счастлив основательно, я счастлив обязательно. А как же, чё ли плакаться, платочек носовой какой, а накось, выкуси, накоси. Умеренно, размеренно, тихонько протекает жизнь моя, которая доволен я нормально. Судьбой своей паршивою собачью, которая, да ладно, не понтуюсь я, она моя веселая, веселая, развеселая, по-черемховски славная. Есть минусы и плюсики, я счастлив основательно, я счастлив обязательно. А как же, чё ли плакаться, платочек носовой какой, а накось, выкось, накоси. Спасибо. Держитесь меня.